Ржавые, покорёженные металлические гаражи, большая часть из которых даже не используется по назначению. Горы мусора, старой мебели – все это неприглядная картина рядом с красивой новостройкой. Специалисты управления муниципального контроля требуют немедленно здесь навести порядок. В связи с проведением благоустройства данной территории собственникам гаражей убедительная просьба демонтировать самостоятельно данные гаражи в срок до 7 февраля. В случае, если гаражи не будут убраны самостоятельно в указанный срок, ваши гаражи будут демонтированы. До указанного срока у собственников не больше недели, чтобы вывести свое имущество.